Часто можно услышать: «Разве вы не заинтересованы в хороших отношениях с Россией?» Конечно, заинтересованы. Это огромный рынок, это огромная страна. Так что, если бы у России был тот же набор ценностей, тогда был бы большой потенциал для полного партнерства не только для моей страны, но также и для всех стран в регионе и во всем мире. Но, к сожалению, это не так. Проблема в том, что после 20 лет пропаганды и промывания мозгов, которые пережили россияне, сделать демократические ценности видимыми в России будет очень трудной задачей. Более того, в России не было примирения с прошлым, и это принципиально важно, потому что это яд, на котором Путин сейчас строит систему России против остального мира. Преступления, зверства и геноцид, которые совершались властями, преподносятся как некие героические свершения. Так что мало будет выпустить Навального и всех остальных политических оппонентов из тюрьмы. Мы наблюдаем опасный уровень одурманивания людей в России. Потребуется еще лет 15, как бы неприятно это ни было бы слышать россиянам, чтобы хоть как-то очистить их разум. Это будет нелегко.